Привет. Мохаммед Перс Хейбати и Мухаммед Калмыков схлестнулись в словесной перепалке, которая переросла в то, что Перс накинулся на Калмыкова, в прямом смысле этого слова. И все это на пресс-конференции Лиги Хардкор. Складывается впечатление, что кто-то накидывает бойцам, чтобы они высказывались и газовали на Хейбати. При этом Хардкор официально делают свою сноску, что они против таких потасовок. Люди Хардкора, Лига Хардкор Боксинг, выступает категорически против любых конфликтов, как в ринге, так и за его пределами. Хардкор Боксинг за решение всех разногласий только по спортивному принципу. Ко всем спортсменам, участвующим в массовых драках и потасовках, будут применены соответствующие меры наказания, вплоть до дисквалификации из лиги. Спорт – это прежде всего дисциплина и уважение. Спасибо за понимание. Конфликт, друзья, развязался, когда Калмыков назвал Хейбати петухом. Унизительное обзывательство, с этим никто спорить не будет. Перс захотел решить разногласия на кулаках и полетел на обидчика. Мухаммад Калмыков после инцидента обратился к зрителям, к своим болельщикам. «Как вы уже могли видеть на прошедшей конференции Хардкор Боксинг, у меня снова получилась перепалка с Персом. В свою очередь хотелось бы сказать, что я никаким образом не хотел и не назвал его именно петухом. Я лишь высказал свое мнение касательно тактики его боя с Максом Дивничем. Перс действительно начал бой как лев, но мы все прекрасно увидели конечный результат. И как мне кажется, показанный им бой далеко не на уровне UFC, о котором он мечтает каждую ночь перед сном. Мне, как и вам, уже надоели пустые слова, пора переходить к делу. Перс, перестань бегать, подпиши контракт и давай сделаем это. Я обещаю не бить тебя сильно, просто потаскаю по рингу и проведу пару репетиторских занятий». Друзья, у меня вопрос, кто прав? Мухаммад Хейбати или Мухаммед Калмыков? Поделитесь вашими мыслями в комментариях. А мы увидимся в следующих выпусках. Всем удачи и до скорого. Пока-пока.